Здравствуйте, друзья! Я сейчас в мечети Мосхейш-Зет. Это Абу-Даби. Я мечтала сюда попасть. Очень красивая мечеть. Посмотрите. Это такая, знаете, достопримечательность. Эмират. И даже с Дубая многие едут сюда на экскурсии. Очень богатая мечеть. Внутри все выложено камнями Сваровского. Там тканы полностью на месте. Изготавливался ковер. Все в золоте, дорогом убранстве. И вот на выходе вот так она смотрится, вот такая вот белокаменная, очень красивая, вот гордость здешних мусульман. Да. Ну а мы двигаемся дальше. Сегодня 31 декабря 2017 года. С вами была Иванова Лариса.